Всем привет! С вами Настя. Вы на канале Девочки и куколки. Сегодня мы будем шить летний сарафан для куклы. Для этого мы берем вот такой кусок ткани на 26,9 сантиметра. На швейной машинке обрабатываем края зигзагом. Вот. У нас есть такая вот полосочка. Потом берем такую вот тоже ткань и три края на швейной машинке. Края загибаем и вот так прошиваем их. Вот, вот так. Три края. Вот. Потом берем вот эту полоску. Вот она такая же, как все. Вот так ее сгибаем. Вот, сгибаем. Прошиваем ее на швейной машинке. Вот такая у нас полосочка получается. Вот она, видите? Вот здесь прошито. Все, что лишнее на ней, нитки там какие поднялись, это все обрезать можно. Потом утюгом проглаживаем вот так складочки. Это у нас юбочка. Потом берем вот такую полосочку, мы вот с вами делаем, разрезаем ее на две части ниткой и иголкой. Вот здесь пришиваем. Потом мы пришиваем липучки. Вот, он у нас хорошо застегаться будет. Потому что вот у нас получился вот такой вот сарафанчик. Вот видите, он застегается. Сейчас мы примерим на куколку этот легкий сарафан. Вот видите, он тут вот так расстегается и застегается. Вот видите, какой он красный у нас. Такая же красная резинка у куклы. Вот. У нас еще сарафан. Вот они. Вот видите, кукла еще. Вот три сестры отправятся на пляж. Подписывайтесь на наш канал Девочки и куколки. Всем пока!